Вот здесь мы видим вулкан Тейде. Вот мы добрались сюда, на такую развилку, где вот эта магма. Здесь вот вся разлита. Дорога здесь идет рядышком. Вокруг. Называется район Канада Бланка. Вот интересно, 7 километров от этой Канады Бланки. Здесь просто такие пейзажи, как на другой планете, на какой-то абсолютно марсианской. Такие пейзажи. Вот они. Если кто хочет съемки фильма вести в Марсе, там еще каких-то планетах, вот здесь довольно-таки необычно. Но вот все это мне интересно в том плане, что как оно все вот это случилось. Что вот так. Это уже не вулканического происхождения видно. Что вот это не магма, а камень. А вот магма, вот она. Магматические породы. Вот они. Вот здесь вот. Все это вот. Даже ничего еще не растет на этих участках, потому что не так-то и давно она вытекла, эта магма. Вот оттуда. Вот видно, даже не оттуда с вершины, там другие места старые, такое вот, отверстие, там кратер. А вот здесь она, видно, что вот из этого места вытекала. Вот там. А здесь вот, вот этот участок, у меня тоже подозрения такие, что прямо выбросы были где-то вот здесь, где оно и лежит. Потому что перед тем, как вот здесь, вот и дорога идет между вот этими всеми черными магматическими недавними вот камнями, как оно могло через ложбину вот так вот взять и выплыть вот сюда. То есть оно должно было сперва заполнить вот ту всю ложбину там. Девушка, вы можете там камешек потрогать? Он легкий или нет? Пенопласт. Пенопласт? Возьми пятки, будем им это тереть. Для пяток подойдет? Ну вот, эти вот камни все легкие, да? Мы убедились в этом, что одной рукой даже молодая девушка может поднять. Вот. И вот там тоже вдалеке космические инопланетные пейзажи. Вообще такой своеобразный вид. Непривычный. Там фуникулер везет вон почти до самой вершины, а там дальше пешком надо подниматься. Мы, наверное, не пойдем туда. В этот раз пойдем объезжать вот этот вулкан слева. И там спустимся к океану с левой стороны. Интересно. Вот она магма. Вот она магма. Так, заровняли, чтобы просто красиво выглядело. Так, вот она магма. Вот она как выглядит. Еще и растительность здесь умудрилась вырасти. Вот эти кусты бывают такое время, что они тоже как бы цветут. Такими цветочками сейчас еще не время цвести. Здесь такие кресла сделали из камней, что можно взять и посидеть и полюбоваться вот
этими вот пейзажами. Что я и сделаю. Потому что, ну, не очень часто пока приходится. А вот там внутри вот кто-то пешочком там бродит. Может, видно на видео, не знаю, прямо по центру. Там три человека ходят. Приподнимусь в красной рубашке, там дальше в белом. Я от третьего сейчас спустился где-то там, нет, не видно. Кто-то пешочком решил пройтись на эту горку и заглянуть в кратер. Может, и мы решимся такое сделать. Потому что любопытно все-таки вот подняться вот туда, на ту горку. Но на ту мы не дойдем отсюда. Это дня мало будет, наверное. Хотя кто знает. Может, за день и можно было бы туда забраться. Но это надо специальная подготовка для всего экипажа. Но у нас экипаж частично подготовлен. Так что, наверное, в следующий раз. Вот часть экипажа моя, которая не очень подготовлена. Но если так постараться, то можете подготовиться. Слышка, видишь, вот там люди, вот там вот, пешком шли оттуда. С рюкзаками там и все. Но это специально тропы сделаны, да? А вот эта тропа так и дальше идет, да? Да, идет. Да, специальную обувь одеть, и можно было бы сходить прямо вот к этому кратеру ближнему. Может, сделаем такое? Ну, а мы без прохода пойдем, мы пойдем вот так. Ну, там не такие, там будут немножко другие. Может, даже такие, по таким пойдем. Ну, обувь мы свою эту убьем полностью, которая пойдем. Она порвется. Надо специально такую обувь, да, эти кроссовочки наши, эти китаё-заводские. Вот та часть тоже интересно выглядит, очень-очень красиво. Да, и вот все время будешь смотреть, и все равно красиво, не надоедает.